Всем добрый день, с вами канал ДТВ. Вы находитесь в Санкт-Петербурге и находимся в центре города на пересечении между Новгородской улицей и Кирилловской. Вот это у нас колодцы. Вот такие обшарпанные колодцы. Тут замкнутые, видите, давно как бы здесь. Вот такие. Сейчас мы пройдем чуть-чуть вперед и посмотрим, как здесь. Это как бандитский Петербург. Вот. Все в таком же духе. Вот. Вообще непонятно, что здесь. Вот так вот. Здесь периодически бомжи делают шашлыки. Вот труба наша любимая, помните, снимали загрязнение. Вообще прекрасный вид. Здесь же ресторан Боско с левой стороны. Сейчас я вам покажу здание. Вот такое здание. Ужасное. Просто безобразное. Так, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. И мы заканчиваем на красивой трубе это видео. Пока, друзья.